Я вчера купила покупочки, вот хочу похвалиться. Я ездила в магазин «Моя родня», вот этот чайник я заказала по интернету, и вчера вот ездила в стол заказов и его забрала. Я позавчера заказала, а вчера забрала. Вот такой вот красивый чайничек, 930 рублей он стоит. Вот он мне понравился, я его купила. Вот такой вот чайник с розочками. Там надписи в стиле винтаж, наверное, сделаны. Вот такой вот красивый чайничек. Тут вот, вот надписи. Еще я прикупила вот такой вот сотейник. Вот, он мне очень понравился. Вот. С ручкой. Вот тут вот такое. Вот такое дно у него. Вот он стоит около 500 рублей. 495 или 493, что-то я уже не помню. Вот такой вот сотейник хороший, большой. Купила я. И чайничек. И еще я вчера купила. Сейчас покажу. И вот что я вчера купила. Инкубатор бытовой «Золушка». Вот я его привезла. Я его заказала по интернету. По интернету он стоит 1881 рубль. Вот такой. Это на 45 яиц. Мне большой не нужен. Вот такой вот инкубатор. Вот. В общем, теперь надо пробовать. Вот, градусник. Не знаю, что никогда им не пользовалась. Прям даже как-то боишься. Сейчас вот надо будет воду заливать все. И вот внутри он. Вот там решетки здесь нету. Вот он внутри вот такой. Здесь вот такие решеточки, а вот такой железной решетки нету. Наверное, надо ее как-то отдельно, что ли, покупать. Я даже не знаю. Или прям так ложить яйца. Вот, с ручным переворотом. Вот такой вот инкубатор. Вот пробочка. Сюда вода заливается. Вот. В общем, вот так вот. Теперь будем пробовать, друзья мои. Покупочками меня. Всем привет. Это я. В общем, я утром не поздоровалась с вами. Здравствуйте. Вернее, добрый вечер. Сегодня сейчас у нас 8:30. Вот я, значит, вовнутрь не буду его сейчас открывать. Я, значит, вовнутрь налила в баночки две под решетку воды теплой. Потом, значит, по инструкции я вот здесь вот в эту дырочку налила литр горячей кипяченой, ну, кипятка воды. Вот, и, значит, потом отрегулировала, а потом, значит, ну, это надо для пробы, для регуляции. А потом, значит, пишут, что, в общем, порядок работы. Нужно, оказывается, вот в эту вот емкость, вот верхнюю наливать литр воды. И, в общем, я сначала отрегулировала, потом, значит, снова, когда долила еще пол-литра воды, вот. И, значит, у меня поднялась температура. Она немножко, но она поднялась. И вот я сижу, у меня сейчас вот здесь показывает 39,6. А нужно 39, вот. И, в общем, я сижу и вот жду, когда у меня немножко водичка остынет. Вот, и я, значит, я уже отметила свои яйки. Нарисовала крестики сверху. И, в общем, хочу вот заложить, сейчас вот отрегулирую и начну. У меня там 32 яйца я собрала. В общем, я хочу попробовать. Собирала я их уже, они холодненькие там были. Но я просто хочу на пробу, что получится, в общем.
Вот. Ну, в общем, вот так вот, товарищи, друзья. Ну и, наверное, на этом все. Вот что, ну, показала вот эту коробку и все. Ну ладно, что теперь? Пока-пока.